Однодневные соревнования в итальянской Флоренции серии «Бриллиантовая лига» стали успешными для наших спортсменов. Чемпионка мира Анжелика Сидорова представляла параллельным зачетом Москву и Чувашию. Она одержала победу в прыжках с шестом с результатом 4 метра 91 сантиметр. В копилке российской сборной еще одна золотая медаль. Ее обладателем стал бронзовый призер чемпионата мира в прыжке в высоту Илья Иванюк. Он показал лучший результат – 2 метра 33 сантиметра. Сразу двух побед на одном этапе у России не было очень давно.